Так, и... Ох! Нихуя себе, ебало разлетелось, как неожиданно. О май гад. Бля, спасибо. О, господи. А перед началом этого ролика я хочу вам рассказать про новый конкурс, который мы запустили в паблике ВКонтакте Cybershock. В нем могут принять участие все, кто смотрит этот ролик. Ты лайкаешь пост ВКонтакте, подписываешься на паблик Cybershock и пишешь в личное сообщение паблика «плюсик отправить». Поздравляю, вы в списке участников конкурса, желаем удачи. Все, вы участник конкурса, где разыгрывается X2 наушники Logitech G Pro, коврики, мышки, АВПА Азимов, калаш Азимов, премиум Cybershock, Light Cybershock и 2 часа в любом клубе CyberX. 15 января мы проведем итоги, поэтому у тебя есть время принять участие, участников пока что мало, поэтому... Я жду тебя. Ну а сейчас к делу. Я вам скажу честно, это один из самых лучших, нет, это самый лучший выпуск дропа скинов. Сегодня мы сделали то, от чего я в шоке. Насколько идеально это получилось, насколько это было интересно и весело. Если что, раньше, если мы проводили выпуски дроп скинов на Cybershock, то это было рандомно, я заходил на сервер, выбирал какого-то человека и выдавал ему скин. Никакой реакции, возможно, не было даже. Люди вообще не понимали, что происходит, но сейчас люди целенаправленно заходят на сервер и выполняют задания. Вот список заданий, которые будут в этом выпуске. Мы заходим на каждый режим и выбираем человека, который будет это выполнять, и тот, кто будет лучшим, тот и побеждает скин. Максимально интересная тема — это соревнование, это соревновательный дух, это интересно, поэтому я уверен, вам будет интересно посмотреть как раз таки, как это все происходит, реакция людей на победу и получение, понятное дело, скинов. Всем приятного просмотра и не забудь, пожалуйста, поставить лайк. Спасибо. Ну и кстати, прямо сейчас, с 15 декабря по 15 января, мы увеличили шанс дропа в X2. Если у тебя было желание купить премиум, то мне кажется, это самый лучший момент для этого. Но хочу сразу уточнить, пожалуйста, не думайте, что это заработок. Это бонус. Покупая премиум, ты можешь просто... увеличить интерес к своей игре, возможность получить дроп когда-либо в конце игры. Такие вот дела. Пожалуйста, не думайте, что это казино, заработок и так далее. Это бонус. Все, теперь точно полетели. Погнали. Молодые люди, прямо сейчас я захожу на сервер арены. Карта называется Sidestep. Я нажал уже присоединиться. И сейчас у тех, у кого есть премиум, они видят в компасе мой никнейм и мой сервер. Вот, как это все работает. Они могут ко мне присоединиться просто по нажатию одной кнопки. Зашел на пустой сервер, и мы ждем первое подключение. Здорово. Здорово. Вы, получается, те самые люди, которые получат сегодня скины. Возможно, один из вас что-то получит. Молодые люди, вы помните правила? Да. Ваш депозит на сайте должен быть больше 5000 рублей, чтобы выиграть. Что это? Да, ладно, рофлю. Первое задание. Сейчас вас тут 30 человек. Через 6 минут фиксируем тех, кто будет на первой арене. Именно в 36-ю минуту, вот ровно в 36, кто будет на первой арене, с двух сторон, они соревнуются. Одна игра. Тот, кто выигрывает, получает первый скин. Сейчас лучше КД на этом сервере у Курока, у него КД 4. Но может все измениться к 36 минуте. Возможно, он реально обосрется. Он может реально попасть в последнюю минуту на вторую арену и он проигрывает. Давайте посмотрим, как он играет. Ой-ой-ой, как же это хорошо было. Ой-ой-ой, как же хорошо. Но это, по сути, пока фаворит этого соревнования. Но все это может измениться в так неудачном моменте, в последнюю секунду. Вот эта арена последняя. Ребята, внимание, последняя арена прямо сейчас. Все, все, пауза, Куроко и Энгри, вы победители, сейчас между вами будет дуэль. Вы все готовы? Давайте. Смотрим. И здесь у нас выигрывает... Энгри, да ладно. Я в него не верил. Я почему-то знал, что выиграет Куроко. Очень грустное на самом деле событие. Энгри, я поздравляю, ты у нас выигрываешь в режиме арена. В общем, сейчас заканчивается карта, и Энгри получает скин. Мы сейчас выберем, что мы тебе отправим. Так, и... Ох! Нихуя себе, ебало разлетелось, как неожиданно. О май гад. Бля, спасибо. Не, на самом деле, Настя, мне больше нравится именно так делать. То есть не рандомно, а когда люди выполняют задания, это намного лучше. Да, это, блин, это намного круче. И они хоть понимают, что они получили и так далее. Как же много людей. Кошмар просто и весь.
Послушайте, сейчас мы будем играть ноузумами. Ваша задача не подниматься наверх вообще, не выходить за красную зону, а КТшникам за синюю сторону. Сейчас перезапустится игра, и кто сделает за 3 раунда больше всего ноузум киллов, побеждает скин. Рестарт игры начинается, и всем желаю удачи. Я... Погнали. Так, пока что у нас 2 фрага, 3 фрага это максимум, 10 левел и 6. 2 человека осталось за КТ, 2-8. Пафурбинд, это очень сложный момент, что же он сделает? Его ждут с двух сторон, но им нельзя пикать, и он умирает. Первый раунд, 3 фрага у Трэши и 2 фрага у Нутайса. Очень все близко, еще никто не вырвался в 2 раза вперед, все держатся наравне. Ууу, как же это было жестко. Оу, как же хорошо Сивка. Сивка здесь была очень хорош. Сантьяго выходит. Байтит. Байт не удался. Никто не нарушает правила, все остаются на своей позиции. Это радует. Последний раунд прямо сейчас, ребят. Я слежу за Павликом, он пока что занимает первую позицию, один из киллов. Он может проиграть только в том случае, если сейчас включит прицел, он убивает еще одного. Если он включит сейчас прицел, либо его догонит Трэша. Или Манжела. Но ему выгоднее просто ничего не делать на самом деле сейчас. Павлик делает еще один килл. 13 фрагов. Ну тут очень все хорошо для... Тут очень хорошо для Павлика. Я не думаю, что кто-то его догонит. Попадает в ногу прямо сейчас. Делает килл еще один. Это что за киберспортсмен по ноузумам, я не понимаю. 14 фрагов. 14 на 3. КД 4-6-6. Это просто лютейшая игра. Мы провели сейчас новую игру на ВП Лего. К сожалению, борьбы по сути не было. Павлик занял первую позицию. 14 фрагов. КД 4-6-6. Павлик, ты что, сумасшедший? Я ни в жизни не попадал с Авик в ноузуму. Отлично, прямо сейчас заканчивается карта, и Павлик получает скин. Поздравляю тебя. О, господи. Поздравляю тебя, Павлик. Спасибо огромное. Окей, ребят, пока что мне все очень нравится, на самом деле. Реально, идея с миссиями очень зашла. Кстати, спасибо Насте, потому что я хотел записывать тропскинов, как и обычно. Это рандомный просто. Настя говорит, слушай, а давай задание сделаем. Небольшая рекламная интеграция сейчас на КСФЛ, и у меня 113 долларов. 13 долларов я забираю вот так, и остальные 100 долларов я буду ставить вот так. И ставлю сейчас 100 долларов на коэффициент 3. Я не знаю, что я делаю, ребят, но зато в этом ролике я раздам вам промокоды, и вы сможете сделать то, что вы знаете, как правильно сделать. Добрый день, я слил сейчас деньги. Подожди, серьезно? Серьезно? Ну, это было близко. К слову, у вас на балансе 1 доллар. И вы думаете, ну, Эрик, этот ценник вообще не для КСФЛ. Тут нельзя подняться с таким ценником. Нет, можно. Заходим в вкладку джекпот и ставим 1 доллар просто сюда. У меня здесь... Я... Подожди. Подожди. Стоп. 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 А, ладно. Но я был близок. Здесь вы можете ставить 25 центов. А вы понимаете, что это вообще такое? Это означает, что я сейчас вам раздам промокоды. Вы вводите промокод СУПЕР и получаете 25 центов в подарок себе. 30 активаций, успейте. Чтобы активировать, авторизуйтесь на сайте, зайдите в бонусы и введите здесь промокод СУПЕР. И все. Ссылка на КСФЛ есть в описании. Куда же мы сейчас зайдем? Я думаю, что Дуэлс это будет хороший вариант. К сожалению, там всего 16 человек может быть. Но мы попробуем. Будем играть на карте The Mirage. Суть режима очень проста. Вы спавнитесь в какой-то позиции на карте. И вы должны перестрелять человека, который находится напротив вас. К примеру, вы сейчас на форесте, вы должны быть шорт. Если вы в апартах, вы должны быть бэксайд и так далее. Такие вот дела. Поэтому попробуйте с друзьями поиграть, это совершенно бесплатно. Prime, non-prime, вообще без разницы. У нас есть для всех сервера, поэтому я предлагаю начать задание на этой карте прямо сейчас. Сейчас мы будем рестартить игру. И за 3 минуты, кто сделает большее количество киллов с рандомными игроками, это самое главное правило. Уберите свои личные дуэли, играем рандомно. И кто сделает больше всего киллов, сражается со мной в личной дуэли. Мы играем до 16 раундов, и сколько раундов он возьмет, настолько оценивается его дроп. Если возьмет вообще всю игру, то он получает хороший дроп. Если поменьше, то относительно еще меньше он получит. Ну, вы меня поняли. Прямо сейчас мы начинаем. У вас ровно 3 минуты на игру. Рестарт делается. И всем желаю удачи. Я играю с вами. Так что могу я выиграть и не отдать никому нож. Погнали. 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 Так, вот как это все происходит. К сожалению,
Я на дуэлях более-менее играю, и поэтому я могу кому-то испортить судьбу. Я плохой человек. Ну, кстати, забавно будет, если я буду на первом месте. Это будет реально забавно. Осталось у нас 2 минуты. Статистика 8 фрагов у меня, 13 у победителя. Слушайте, у меня есть еще шансы очень сильно подняться. У меня реально есть шансы. Осталось ровно 1 минута. Конец игры прямо сейчас. Остановитесь, кто сегодня килл получает бан. Так, 31 гребаный фраг у интерактива и сингла. Вы рофлите кло... Ребят, вы что делаете, я не понял. Хорошо, тогда меняются правила. Не вы со мной играете, а вы друг с другом играете. Интерактив, кидай вызов синглу прямо сейчас. Прямо сейчас начинается дуэль интерактива и игрока по имени сингл. До 16 раундов, первый раунд забирает интерактив. Второй раунд забирает интерактив, сейчас будет третий. Да, интерактивчик. Ой, его даже не было видно. Сингл с АВП. Промах. Попался на байт от интерактива, пытается сам забатить, но это не получается. Сингл с калашом и делает хороший килл. Ситуация такая. 3 килла у сингла и 5 киллов у интерактива. Пока что все очень близко. Игра до 16 раундов. Победитель забирает, внимание, скин за огромные бабки. Получает урон, прячется, делает стрейф, и прямо сейчас не удается у него заспрейить. Авик в руках, промах. Так, ситуация у нас какая? 8 фрагов на 13, у сингла очень близко победа. 3 фрага, и он победитель нового скина. 15 фрагов, у сингла последний фраг, и прямо сейчас он проигрывает. Единственный раунд должен взять сингл. Единственный раунд, единственный. Он проигрывает еще один раз. 12-15. Сингл, неужели? Неужели ты отдашь свои преимущества? Один раунд до победы. Один гребаный раунд. Волнуется, боится. И он выигрывает. И он выигрывает прямо сейчас. Прямо сейчас завершилась новая игра на режиме дуэл. И у нас побеждает человек по имени Сингл. 16 фрагов он сделал, первее, чем интерактив. Прошу немножечко реакции. Уф. Ну такое. В смысле, ну такое? Вы зажрались, алло! Прямо сейчас мы зашли на сюрф, я поменял карту на нюкс, это моя любимая карта. У меня рекорд здесь 42 секунды, либо 43.015, что-то такое. А рекорд карты это 39 секунды, это очень близко, поэтому я люблю эту карту. Я на ней уже, ну, наверное, часов 50 я точно наиграл. Так, я зашел на сервер и... Сейчас мы здесь сделаем соревнование на время. Лучшее прохождение получает скин. Это некий турнир. Мне кажется, сейчас мы проведем такой турнир, который вообще не проводится в Surf Community. То есть в Surf Community там разыгрывается по 2000 рублей, а мы сделаем сейчас за 5 минут раздачу ножа за несколько тысяч рублей. Это на самом деле грустно, поэтому, ребят, сюрферы, я вам обещаю, я подниму движуху в турнирах по сюрфу. Сабишок будет проводить для вас турниры, потому что мне нравится это движение. И Сабишок, ну а кому еще, если не Сабишоку, проводить турниры для таких режимов, как бы Хоп Сюрф КЗ, тот же ДМ и так далее. Мы все это будем проводить, просто сейчас у нас вся эта система строится, мы пока не можем это начать. Поэтому ожидайте. Если хотите следить за новостями, пожалуйста, подпишитесь на паблик ВКонтакте Сабершока. Ссылку я оставлю в описании. Это очень важно, чтобы не пропускать новости. Это не вбросы, это реально по факту. Я вам говорю то, что все это будет проходить. Ребята, остановите все, пожалуйста. Сейчас начинается новое задание. Это задание называется Сюрф. Лучшее прохождение. Я вам даю определенное количество времени. И тот человек, который пройдет эту карту за лучшее время, побеждает гребаный скин. На выполнение дается 5 минут. Возможно, увеличится время, если будут тут результаты не очень. Все готовы? Раз, два, три. Всем удачи. Хубже. Что-то есть. Умеет серфить, умеет. Неплохо получается. Но есть неудача. Королева диска. Очень плохой сюрф, дарт, ничего, Винстон тоже ничего. Ребят, пока что я не вижу фаворитов. Я хочу сейчас найти, получается, Сломошу, потому что он самый жесткий в сюрфе. У него единственного здесь уровень XP.
Experienced. Он знает все скипы, которые есть на этой карте. 32 секунда, он уже почти у финала. И сейчас немножечко проигрывает. Так, ну пока что на самом-то деле все очень-очень сложно. Так, как же он проходит гениально. 26 секунда, 28 секунда, он уже здесь. Шансы огромные. 45 секунд. Даже нет, 44 секунды было только что. Это было неплохо, но мне нужно точное время. Почему-то в чате это не выписывается. Анастасия, 42 секунды, 50 миллисекунд. Она обладатель лучшего рекорда на этом сервере прямо сейчас из этих игроков. И, возможно, именно она и станет победителем. Но нет, она ошибается. Ребята, все, остановитесь все, пожалуйста. Заканчивайте прохождение. И сейчас я спрашиваю, кто у нас сделал лучшее время? Я. Сколько ты сделал? 43.24. У кого есть лучшее время, чем 43.24 за эти 10 минут прохождения? Дружище, я тебя поздравляю. Сломоша, ты побеждаешь. Гребаный новый скин, ты купил премку. Прямо сейчас мистер Сломоша побеждает. Внимание! Нож! Ребят, реакцию, вы чего? Мы сейчас играем на Дестране. Это режим, где вы сдохнете от моей кнопки. Стоять, не выходить, не выходить. Сейчас вас на серии 34. Ай, господи, как же это много. Сейчас начинается игра. И тот, кто пройдет, побеждает, внимание, дорогой скин. Ой-ой-ой, ребят, как же их много. Какой кайф все-таки. Так, ну давайте уберем вот этих. Минус 2, минус 3 даже. Так. Так, уф, так, блин, я очень много пропустил на самом деле. Я должен за ним пойти сейчас. Я должен пойти за ним. Давай, иди сюда. Черт! Я прошел. Короче, произошла некоторая шоколадка техническая. У нас, если что, выиграл в первом раунде человек по имени Куратор. Но я предлагаю сделать еще один дубль. Он получит скин, но я предлагаю еще один дубль сделать. Момент истины. И прямо сейчас мы запускаем еще один артик. И всем желаю удачи. Как только игра начинается, я когда буду затером, тогда играем. У меня не сработало. Черт. Дизер был. Черт. Ай-яй-яй. Поздравляю тебя, дружище. Как... Интерактив. Окей, интерактив, поздравляю. Сейчас мы тебе выдадим скин за 600 рублей. Интерактив, поздравляю тебя. Уф, уф, уф. Так, на счет 3 у нас начинается. Раз, два, три. Уф. Уф, как хорошо. О! Хард, поздравляю, ты прошел. Она такая маленькая, серьезно? А, так вы все прошли. Да, но он в любом случае первый прошел. Хард, поздравляю тебя, сейчас мы тебе выдадим скин за 600 рублей. Свинопас, 12 секунд. Поздравляю, ты тоже новый победитель. Свинопас и Хард, поздравляю, вы победители на этой стороне. Да, сейчас, по идее, должно быть два дропа. Может быть, какой-то будет глюк, не пугайтесь. О, шикарно. Поздравляю, Свинопас и Хард, вы получаете два гребаных скина по 600 рублей. Это новый режим, называется мультик-ФГ. Каждые 4 минуты здесь меняется режим. Сначала все оружие, потом только хедшоты, потом только пистолеты и так далее. Самое главное, у вас ровно 10 минут на десматч. У того, у кого будет большее количество киллов, побеждает скин. Мы перезапускаем игру, и он получает его. Все, всем желаю удачи, 10 минут полетели, я перезапускаю. Ребят, пошло время, сейчас у нас получается 8 на 9 игра. Посмотрим, что будет происходить. Фрюкс. Суть этого режима в том, что сейчас через 10 секунд поменяется режим. И тот, который сейчас будет, внимание, это моя ставка пистол ДМ. Оружие винтовки только only headshot.
Поэтому сейчас посмотрим, кто как отыграет. При смене режима пишется в чате ваш результат. Сколько вы сделали киллов, сколько смертей, ваш КДР и процент хедшотов. Ну а также дальше пишется тот мод, который будет следующим. А следующий у нас Pistol DM. Осталось ровно 3 минуты до окончания. Сейчас первое место у нас FreeKS и NAgri, который был победителем в первом вроде испытании. Через 12 секунд будет смена режима, и это будет Pistol DM. Но осталось 30 секунд, поэтому сейчас мы узнаем, кто у нас настоящий победитель последнего режима на сегодня в раздаче скинов. Так, 5 секунд осталось. Внимание, пауза, пауза, остановитесь, все остановитесь, все остановитесь. Кто сделает киллбан? Так, стойте, стоять, 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 я открываю таб. Внимание, LoveNex. LoveNex, LoveNex, я тебя поздравляю. Прямо сейчас ты забираешь последний дроп, который мы сегодня оставили на сегодняшнюю раздачу. Поздравляю, ты сделал большее количество киллов. Ну все, поздравляю тебя. Ребят, давайте реакцию, я знаю, что вы все спящие, но давайте хоть его как-то поздравим. Все, ребят, спасибо. Спасибо за участие. Я заканчиваю ролик. Все, всем пока. На этом заканчивается выпуск дропа скинов. Я очень рад, что он такой получился. Это один из лучших, наверное, лучше. И желаю тебе спокойной ночи, приятного аппетита и с легким паром. Пока. С тобой был я, Шок. Не забудь подписаться на канал, пожалуйста.